Святость материнства врачи отделения охраны и репродуктивного здоровья президентского перинатального центра в числе финалистов всероссийского конкурса. Наших специалистов отметили за проект психологической поддержки молодых матерей. В этом году отделению исполнится 15 лет. Около 400 беременных ежегодно обращаются в отделение охраны репродуктивного здоровья. В их числе есть и те, для кого беременность желанная, но больше половины девушек приходят по вопросам ее прерывания. И тут врачи считают важно дать женщине время подумать. В так называемые дни тишины в процесс вмешиваются медработники. Врачи-акушеры-гинекологи раскрывают медицинские аспекты данной манипуляции, рассказывают женщине, насколько это вредно для здоровья, какие это может иметь последствия. Всем давно известно, что профилактировать гораздо легче, чем лечить, а в ситуации с абортами тем более гораздо легче, чем ликвидировать последствия, которые возникают как в организме женщины, так и вообще в целом в душе женщины после данной манипуляции. Сразу после приема у врача-гинеколога беременные идут к психологам. Именно они принимают активное участие в сопровождении беременных. Мотивировать к деторождению врачам удается порядка 50 мам в год. Бывает, в центр приходят и подростки, около 100 ежегодно. Среди них врачам удается убедить большую часть оставить ребенка. Бывают такие ситуации, что женщина очень твердо стоит на своем и очень жестко вступает в отношения в кабинете психолога с самим психологом и говорит, что ничего мне не говорите, я все уже решила, и мне не нужно никаких здесь консультаций, но я вынуждена здесь находиться, потому что врач направил. Именно такие беременные в итоге меняют свое мнение и оставляют ребенка, и, как правило, никогда об этом не жалеют.